Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Дионис. И сегодня такое вот интересное событие. Ну, для кого-то, может, это абсолютно проходное событие, для кого-то это вообще ни о чем. А у меня на канале появилось 1000 подписчиков. То есть количество подписчиков достигло отметки 1000. Наверное, по сравнению с другими каналами это совсем немного. Есть каналы, где очень много подписчиков. Но все эти подписчики, как говорится, мои, и мне они очень дороги, и мне очень приятно, что они есть. Хотя есть некоторые комментарии, вот, ты там, не, у тебя недоканал, ты там недоблогер, а я не считаю себя никаким блогером. Я просто пробую интересные напитки, и, может быть, не очень интересные, и в какой-то момент мне стало интересно поделиться своим мнением, потому что я точно так же смотрю каналы людей, которые обозревают алкоголь, и не только на отечественном Ютубе, ну и также на зарубежных, и очень интересно получать информацию. И, кстати, не только по поводу спиртных напитков. Я, например, смотрю много информации сейчас в Ютубе, и это здорово, подписываюсь на интересные каналы. Вот. Так что хочу просто сказать, есть такие негативные комментарии, которые, к слову, я сразу удаляю. Ну так, посмотрел по диагонали, удаляю, где люди, как говорится, брызжат слюной, капают желчью и говорят, вот именно, что ты там не до канала у тебя, ты не до блогер. Да вы чем-нибудь занимаетесь, что-нибудь полезное сделаете в своей жизни. А я так думаю, что такие люди, для них все занятие, это вот, как говорится, извиняюсь за выражение, срач по каналам, по различным. Поэтому, я думаю, те действительно подписчики, которые у меня на канале, это очень приятные и интересные люди. И вот по этому поводу я решил сегодня попробовать интересный напиток. Это коньяк Тессерон XO, ну, лот номер 65. Чем интересен этот коньяк? Во-первых, это редкая позиция, которой на русскоязычном Ютубе нету вообще обзора на этот коньяк. Скажу больше, нету даже обзоров на коньяки этой фирмы. Хотя это очень знаменитая, это суперзнаменитая фирма. И еще более того, я скажу, что я решил продегустировать этот коньяк, попробовать сам и поделиться своим мнением, потому что здесь это 50-летний коньяк. И что интересно, на русскоязычном Ютубе нет ни одного обзора на 50-летние коньяки. Какое-то там маленькое ревью на какой-то, забыл как называется, армянский коньяк есть, но это не обзор, а так, как ревью. А вот обзора на 50-летние напитки нет вообще. Так что, ну дело не в том. Дело в том, что я решил попробовать именно 50-летний коньяк, потому что, ну, мне действительно дороги подписчики мои, дорого мнение, которое есть, и раз что-то дорого, значит, можно это отметить и дорогим напитком. Так что давайте приступать. Вот смотрите, такая шикарная, ну, я даже не знаю, что это бокс, там, коробка. В общем, очень шикарная. Вот смотрите, что представляет из себя. Так, давайте ее уберем. Очень тяжелый декантер. Тут прям так сзади написано, что это декантер. Так, вот такая вот бутылка. Ну что ж, графин очень интересной форме, такой в виде щита. Написан Тессерон, коньяк, Emotion, номер 65, лот номер 65. Давайте сейчас я возьму лупу, почитаю, что здесь написано. Ой, здесь такими буквами написано, но вот чтобы не выделялись они на фоне, не портили. То есть как грамотно сделано. Но их и прочитать очень сложно. Могу только крупными буквами, что написано. Это коньяк Тессерон, лот номер 65, XO. То есть вдохновение. Emotion – это вдохновение. И в скобках написано «Декантер». Произведено Тессерон, коньяк, САС. Так. Франция, естественно. И что самое интересное, смотрите, дата разлива 20.02.2013 года. То есть сегодня на дворе 2024. То есть вот коньяк в этой бутылке стоит с момента разлива уже 11 лет. И поскольку дальше я прочитать ничего не могу, очень мелко написано, я прочитаю информацию из сети вам, ну такую. А прежде чем прочитать, давайте нальем его и пусть чуть-чуть дышит в бокале. Так, берем, открываем термоусадочку. Так, вот так вот убираем. Что же мы здесь видим? Здесь шикарная пробка, на которой здесь методом гравировки нанесен логотип. И логотип из себя представляет, это ну, так вот затененная часть лица
человека. Вот он здесь, этот логотип золотом, а здесь это гравировка. То есть стеклянная пробка блестящая, а гравировка такая матовая. Я не удивлюсь, что здесь, возможно, все-таки хрустальный графин. А может быть, не хрустальный, стеклянный. Ох, так, и вот сейчас мы нальем это все в бокальчик. Так, наверное, вот так вот я сделаю. Так, ну вот пусть подышит наш напиток. Вот такая вот интересная, красиво сделана, вообще шикарная пробка. Ну, что сказать, оформление. А, вот еще, прошу заметить, смотрите, ножки, чтобы не поцарапать, такие мягкие ножки, чтобы не поцарапать, ну, видимо, тяжесть, из-за тяжести, понятно, что тяжесть такая, посмотрите, какое дно, вот, чтобы не поцарапать там мебель или стекло, на котором это все будет стоять. Вот предусмотрительно сделано вот так. И пока наш напиток дышит, вот я хочу сейчас прочитать интересные факты из сети. Так, коньячный дом Тессерон на протяжении более 100 лет является хранителем величайших секретов создания высококлассных коньяков. Компания была создана Абелем, или Абелем, но если по-французски Тессероном, в 1906 году на основе двух имений, расположенных в разных регионах. В местечке Бюнюэль, Гран-Шампань, и в Сен-Сури, Пти-Шампань. Абель Тессерон положил начало великолепной коллекции коньячных спиртов, которую законсервировал в склепе XII века. Эти старые редкие сокровища, ценившиеся в узком кругу знатоков, также всегда были востребованы крупными торговцами коньяками. Абель, оценив потенциал, не желая вкладывать в коллекцию средства, создал монументальный задел для своих потомков. Но спирты не только продавались другим производителям, самые раритетные из них шли на создание исключительных коньяков под собственной маркой Тессерон. Они имеют персональное название «Лоц» – термин, редко использующийся в Шаранте. Как объяснил представитель третьего поколения семьи Альфред Тессерон, эти «Лоц» на самом деле являются блендами, созданными из наших резервных запасов. Это что касается самой марки. Ну, кому интересно, более развернутая информация в сети, все-таки ее можно найти. Так, теперь что касается конкретно вот этого нашего релиза. Лот номер 65 XO Emotion. Это восхитительный зрелый коньяк, созданный по старинному рецепту из купажа 15 коньячных спиртов из винограда сорта Униблан, выращенного в области Грань-Шампань. Основу купажа составляют спирты урожая 1960 года, выдержанные 50 лет в бочках из французского дуба Лимузен во влажном старинном погребе. Коньяк пленяет свежим и сложным ароматным букетом и богатым вкусом, с очень гладкой текстурой и обилием привлекательных оттенков. Вот такая информация. И теперь дегустационные заметки. Коньяк орехового цвета, аромат очень приятный, сложный, элегантный, раскрывается постепенно глубокими слоями из нот лесных орехов, коричневого сахара, табака, нуги, темного шоколада и кедрового дерева. Коньяк обладает зрелым вкусом с хорошей глубиной, прекрасным балансом, множеством сложных оттенков, и среди которых доминируют ореховые и пряные ноты, гладкой текстурой и очень долгим послевкусием. Вот что касается того, ну, таких основополагающих моментов, которые написаны в сети. Еще я могу сказать, что на англоязычном сайте я прочитал, что здесь, что да, основа спиртов это 50-летний, но 50-летний это минимальный возраст сортов. А поскольку это бленд, здесь еще есть спирты более высокого возраста. Вот представьте, более старого. То есть здесь уже, конечно, история умалчивает, но вот на всякий случай выкладываю кусочек описания из иностранного сайта. Вот там можно видеть, что 50 это минимальные спирты. То есть коньяк урожая того года, когда меня еще на свете не было. Вообще, конечно, это здорово. И вот я сейчас сижу, и вот отсюда я уже чувствую, что это что-то. Итак, никаких, конечно, красителях, подсластителях здесь не может быть и речи. Ну, единственное, сейчас один момент забыл уточнить. Так, что здесь все-таки 40% и объем 0,7. То есть крепость здесь обычная, 40% алкоголя. Вот что я не посмотрел. Итак, смотрим. Ну, конечно же, это достаточно густая жидкость, очень темного цвета, такой, знаете, цвета чиферя. И естественно, что это естественный цвет, который приобретен от взаимодействия с дубом.
То есть вот вам как раз тот момент, когда здесь никакого сахара, никаких красителей, никаких подсластителей. Честно говоря, признаюсь вам, что до сих пор старше 35 лет в своей жизни коньяков я не пробовал. Поэтому давайте посмотрим, что же скажет наш нос по поводу. Ну да, здесь, конечно, действительно буйство. Но это буйство достаточно сдержанное. Спиртуозности ноль. Сладости ноль. Кожа. Табак. Аромат дорогой сигары. Когда она, вот открываешь коробку, лежат сигары. Вот такой вот аромат. Сигарного листа. Парфюм. Вот дальше идет уже наши любимые сухофрукты. Причем, как ни странно, коньяк очень старый, а сухофрукты, вот ароматика свежести, ой, полный рот слюней. Фу. Нужно успевать сглатывать, чтобы не мешали речи. Да, вот инжир. Инжир, пожалуй, даже такой вот самый вот такой мягкий сухофрукт, какой бывает. Курага, чернослив, изюм. Причем все это как будто лежит в одной вазе. Есть еще много ароматов, вернее, нюансов аромата, которые я, наверное, не могу описать, поскольку я их не очень знаю. Есть небольшая кислинка. Есть небольшая, ну такая, что ли, вот какой-то вот рассол какой-то. Все, безусловно, встречалось в коньяках, но чтобы вот прям все-все-все сразу, то есть здесь вот просто можно закрыть глаза и предаться вот перечислению всех этих ингредиентов, которые когда-либо ты встречал в напитках, в коньяках или в бренде. Но, с другой стороны, честно говорю, мне уже не хочется это делать, потому что действительно хочется скорее попробовать. И давайте первый глоток я сейчас буду делать. И я еще раз поздравляю всех с Новым годом, поскольку этот выпуск первый в новом 2024 году. И, дорогие подписчики, я очень благодарен, что вы есть. И благодаря вам, вот у меня бывает желание, в том числе благодаря вам, попробовать какие-то интересные релизы. Так бы и стоял у меня коньяк в коллекции, а так, я думаю, нет. Люди отмечают, ну, скажем, там 20 тысяч подписчиков берут 20-летний коньяк. Там 30 тысяч говорят, что вот когда будет 30, возьмем 30-летний. А я решил сразу, так, как говорится, с места в карьер, 1000 подписчиков отметить дегустацией 50-летнего коньяка. Вот, и надеюсь, многим, кто посмотрит этот ролик, будет полезна эта информация. Поскольку, повторюсь, 50-летних коньяков еще не обозревал никто на русскоязычных каналах. Итак, ваше здоровье и первый глоточек. Да, очень необычный вкус. Очень необычный вкус. Вы знаете, вот подобного вкуса коньяка я еще не пробовал. То есть здесь, ну, вот не могу подобрать слово, что же вот я почувствовал вот с первым глотком. Пожалуй, какая-то гастрономическая составляющая, которую я когда-то где-то пробовал, но абсолютно вылетело из головы, как это называется. А так скажу вам, букет здесь не слабее, чем нос, именно вкусовой букет. Конечно же, все вот эти моменты, они угадываются. Вот сейчас, в послевкусие, оно богатое, сложное. И препарировать, честно говоря, ну, не знаю, препарировать все это на составляющие как-то и нет особого желания. Одно могу сказать, напиток, он, вот он прямо воплощение благородства. Вот чувствуется, что это супер благородный напиток. Сочетание вот ароматики и сочетание вкуса. И вот здесь именно вкус, это как продолжение ароматики. И что интересно, и послевкусие это продолжение ароматики. Да, вот забыл сказать. Здесь вот
наверное, вот есть такой бразильский орех, который вот продается в магазинах, и с помощью такой металлической штучки, которая дается к нему, его вот так вот нужно, эту очень толстую скорлупу, она так вот пропиливается, а потом вот этой вот такой штучкой его раз, и ну, расщепляют эту скорлупу, и вот там орешек, который имеет вот такой сливочный немножко вкус, но при этом это орех, и такую очень жирную консистенцию. Так вот, пожалуй, и в носу такое вот чуть-чуть была уловимая вот эта вот ореховость, а вот как раз, наверное, на первое ощущение вкусовое вот именно вот этого ореха. То есть этот орех чуть-чуть такой сливочно, ну, он, у него очень приятный. Кстати, рекомендую эти орехи, очень вкусные, очень полезные. Затем здесь, конечно, идут те же ноты парфюма, те же ноты кожи, деревянные ноты. Конечно же, весь набор сухофруктов, и не только сухофруктов, фруктов. Ну, давайте еще один глоточек. Вот сейчас я чувствую вот ощущение, вот старое дерево, ну какие-то старые изделия, вот бывает у людей какая-то антикварная мебель, ну конечно языком я, упаси Господи, не лизал эту мебель, но вот на носу я этого не совсем почувствовал, а вот во вкусе есть такое ощущение, как будто, ну как это сказать, ты чувствуешь это на вкус, ну как будто ты воспринимаешь это носом, вот такое какое-то ощущение старого дерева, благородного, не то, которое поедено тлёй там и шашелью, а то, которое сохранено, которое для того, чтобы его сохранить, обработано разными дорогими мастиками. Вот эти вот мастики, втертые в дерево, вот у меня у самого есть кое-какая мебель, которая мне очень дорогая, и я не жалею, покупаю для ее сохранения и поддержания в надлежащем виде. Вот очень дорогие воски, сейчас их, к сожалению, все меньше и меньше в продаже. Вот. А иная мебель, она прям имеет, когда вот ее покупаешь, вот средства по уходу за ней. То есть это специальные такие, вот как обувные кремы, только кремы для нанесения вот на эту мебель, чтобы она, ну, подольше сохранялась вот в своем первозданном виде. Вот что-то здесь вот есть от вот этих вот благородных вот средств за уходом. То есть если в бурбонах очень много вот этой вот столярной мастерской, то здесь средства для ухода за вот мебелью, которая вышла из вот этой столярной мастерской. То есть это более нежно, конечно, это все более выделяющее слюну. Итак, дорогие друзья, спасибо. Еще раз хочу сказать, что да, это может быть небольшое количество подписчиков, но это мои подписчики, и они мне дороги. То есть, друзья, вы мне дороги, и вот за здоровье ваше, и чтобы в новом году у всех в первую очередь было здоровье, чтобы был мир в семьях, мир в отношениях и мир, мирное небо над головой. И чтобы все могли пробовать, у всех была возможность попробовать действительно хорошие, добрые напитки, от которых, упаси Господи, никак нельзя спиться, но которые приносят в наше бытие очень много позитива. Так что вот этого я вам желаю. И последний глоточек сейчас о послевкусии что-нибудь попытаюсь сказать. Да. Честно вам скажу, на сегодняшний день это, конечно, топчик мой в плане вкусовых ощущений, именно оставленных коньяком. Вот этот коньяк, конечно, ну прям. И послевкусие, но такое ощущение, что вот даже вот сейчас я общаюсь, что-то говорю, а там различные грани новые открываются. Ну вот прям такого, если по вкусу интересные коньяки были, по ароматике тоже были, то вот по такому богатому послевкусию и вот по такому следу, ну нет, это вот первый напиток. Дай бог не последний, надеюсь, что... Ну я, правда, не встречал ни в продаже, нигде, чтобы коньяки были больше 50 лет, хотя знаю, что в природе, конечно, они есть. И, допустим, вот если даже здесь основная масса спиртов 50-летний, но есть и также более старые, то, конечно же, наверняка есть и релизы, которые более старые, чем 50 лет. Таких я пока не встречал, но надеюсь, когда-нибудь, может быть, доведется попробовать. А пока вот имеем то, что имеем. Да, вот сколько я уже говорю после последнего глоточка, после вкуса, вот оно есть, есть и есть. Это прям как парфюм, который ты нанес утром,
а чувствуешь его и в течение всего дня. Вот так же вот это послевкусие. Вот оно никуда не уходит. Вот насколько глубок и действительно интересен вкус этого напитка. Так что на этом, наверное, буду закругляться. Дорогие друзья, еще раз большое спасибо, что смотрите канал. Делитесь комментариями. Про лайки уже ничего не буду говорить. Как есть, так есть. Ничто это не решает на самом деле. Интересны ваши комментарии. Что-то может быть интересное, кто пробовал, посоветуют, с чем познакомиться. Вот. А я в свою очередь обещаю пытаться пробовать интересные напитки, делиться с вами своими ощущениями от этой пробы. Так что всего вам доброго, до свидания и надеюсь до новых встреч.